Звездные выпуски, так называют учеников Елены Смирновой. Она работает учителем начальной школы более 30 лет, и почти половина класса, а иногда и больше, выпускаются с медалями. Елена Петровна учит детей не бояться быть успешными, пробовать себя в конкурсах и олимпиадах. И к каждому ребенку находит индивидуальный подход. В каждом ребенке таится, кроется какая-то своя искорка, свой талант. И его нужно раскрыть, как говорил Сухомлинский, взлелеять. И вот тогда мы узнаем, может быть, вырастим какого-то гения. В Самаре подвели итоги областного конкурса «Классный руководитель-2016». В этом году в нем участвовали более 400 человек. Педагоги представили на суд жюри свои методики работы с учениками. В финал вышли 46 классных руководителей. У таких педагогов обязательно есть изюминка. То есть это основное направление, но плюс к тому сама организация, ну, предположим, придумывает, например, через театр всю работу проводить, или это именно через спорт, занятия, здоровый образ жизни. Победители конкурса «Классный руководитель» получают право участвовать во всероссийском конкурсе «Воспитать человека». Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, «События».